Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй изложила Палате общин план действий правительства после того, как проект соглашения с ЕС был отвергнут подавляющим большинством парламентариев. Она настоятельно рекомендовала депутатам одобрить в конце концов текст сделки после необходимых консультаций с членами правительства. Очень многие разделяют озабоченность возможным выходом королевства без соглашения. Депутаты, сидящие по обе стороны этой палаты, хотят, чтобы правительство этого не допустило. Мы должны честно объяснить британцам, как это можно сделать. Самый правильный способ — это одобрение сделки с Европейским Союзом этой палаты. Это цель, которую перед собой ставит наше правительство. Единственная альтернатива этому — отменить действие статьи 50, а значит, остаться в ЕС. Есть еще те, кто считает, что нам требуется больше времени, и поэтому мы должны продлить действие статьи 50, дав парламенту больше времени на обсуждение условий выхода и проекта соглашения. Но это не исключает выход без соглашения, а только откладывает принятие решения. Тереза Мэй не поддержала идею проведения нового референдума о членстве в ЕС, выразив уверенность, что ее не поддержит большинство членов парламента. Вероятность выхода страны из Евросоюза без соглашения она также полностью не исключила.